Так, ДП-100, труба. Длинные волны. Длинные волны похуже ловят панасоника. Посмотрим, что дальше. Не только проводник и наставник, но и друг. Молитесь искренне, с открытым сердцем. Иса Милаза Хайли. Вести ловит. Погода. По данным синоптиков, в понедельник в Санкт-Петербурге пасмурно, небольшой дождь, плюс 13, в Москве 10 градусов и дождь. Сейчас в столице плюс 5, давление 750. В Москве плюс 5. О! Вот так уже другая станция, BBC. Пробивается. Вот так вести. Неплохой приемник у него. Мне нравится. Это были действия величайшего лидера, человека, способного... Свобода. Возможно, другое будущее. Ага. Рискнуть своей карьерой ради достижения этого будущего. Михаил Горбачев был одним из моих героев, это пишет в Твиттере Арнольд Шварценеггер. Мне выпала невероятная удача назвать себя его другом. Мы все можем извлечь уроки из этой фантастической жизни. Шварценеггер, Горбачев. Так, 14. Ага. Так, не берет станцию. А, вот Украина была. Ловит. Сейчас до румынов долистаем. Румыния, актуалитет. Какая-то музыка, наверное.
для примера долистаем уж до Радио России. Далеко уж не будем, весь диапазон. По прогнозе на 5 сентября в Сатке будет плюс 10 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском плюс 21 без осадков. Во Владивостоке плюс 20, пройдут небольшие дожди, в Иркутске около 18 градусов без осадков. В Архангельске и Петрозаводске плюс 12, пройдут небольшие дожди, в Калининграде без осадков, днем плюс 19. В Уфе около 14 градусов, пройдут небольшие дожди, в Самаре плюс 18 без осадков. В Ярославле и Владимире плюс 10, пройдут дожди, в Воронеже около 16 градусов без существенных осадков. В Нальчике плюс 20 пройдут дожди, в Симферополе... Ладно, погнали. Ага, их мы уже слышали где-то рядом. Потому что нельзя... Потому что нельзя быть на свете. А, ну здесь религия. Беседки он лучше ловит, но так как дождь. Румынская музыка на октаву летит. Так, что бы еще показать? Давай к ленте вернемся. Так. С фендингами не проходит.